Всем привет, с вами Том, и это первое видео из небольшой серии обзоров на новых одиночных куколок Эквестрия Girls Minis из пятой волны коллекции «Торговый центр». Здесь у меня 4 сингла из 6, это те девочки, которых я очень-очень сильно хотела, и даже на двух из них мне помогли собрать денежку подписчики на стримах, за что им большое спасибо. Покупала всех куколок я у нас в магазине «Кораблик» за 699 рублей каждая, но также их уже можно найти и в других магазинах. И в этом первом видео давайте откроем милашку Дёрпи, или как ее везде сейчас официально называют и подписывают, Маффин, вот так вот коротко и лаконично. Внизу у нас вектор персонажа, причем мне очень нравится то, что она в текстурку с сердечками и точечками горошек, очень прикольно и забавно. Также сбоку у нас изображение персонажа из мультиков «Эквестрия Girls», различные выражения лица, но это просто самое милашное. И обратная сторона коробочки с 3D-рендером фигурки. Еще раз подписано ее имя Маффин. И здесь у нас более-менее соответствующий ее наряду фон. Дёрпи в этом костюме, очевидно, подрабатывает в каком-нибудь отделе выпечки. Почему-то мне так кажется. Давайте откроем коробку. Кроме куклы в коробке лежал еще вкладыш новой волны. Здесь у нас 6 одиночных куколок, 4 из которых мы с вами посмотрим. 6 кукол, которые идут в одном большом сете по теме кинотеатра. Большие игровые сеты Флаттершай и ее спа-салон для питомцев. И также кафешка с Пинки Пай на роликах. Большой сет Sunset Shimmer и ее передвижным киоском суши. Маленький сет с Applejack и магазином смузи. Дизайнерские сеты с Rarity и Twilight Sparkle со сменными нарядами и прическами. Маленький сет с Rarity и очередным бутиком. И самый крупный сет волны с кинотеатром и Juniper Montage. Сюда в кинотеатр даже можно вставлять планшет, чтобы действительно смотреть какие-то мультики. Еще хочу отметить, что на этом новом вкладыше нет кода для приложения Equestria Girls, и эти новые наряды туда тоже не добавляли, так что, к сожалению, скорее всего, его забросили окончательно. Перейдем к самой куколке. Как и прошлые Эквестрия Girls Minis, эти девочки производились во Вьетнаме и сохранили свой непередаваемый аромат. Кто открывал Эквестрия Girls Minis, тот знает. В этой волне он не особо сильный, но если принюхиваться, то вы его почувствуете. Кроме самой Дёрпи, в наборе у нас шла ее шапочка и подставка. Начиная с четвертой волны куколки у нас идут с такими вот подставками, сердечками логотип. И очень удобно, потому что их теперь наконец-таки можно крепить и не использовать какие-то подставки сторонние, чтобы их ставить. Дёрпи в этой кукле сохранили ее косоглазие, оставили как ее фишку, это мне в принципе нравится. Меточка на щеке, бровки, в принципе покраска личика достаточно аккуратная, она очень мило улыбается. Прическа светло-желтая, однотонная, как всегда, очень здоровский рельеф на локонах. И челочка у нее, в принципе, как у Applejack и у Rainbow Dash из предыдущих волн. Прическа у нас собирается из двух половинок, передней и задней. Ручки и ножки у куклы сгибаются, как обычно, во всех своих традиционных местах. И, конечно же, будьте аккуратнее, потому что эти шарниры, увы, не проходят проверку прочностью и сильные падения. Поэтому лучше с ними, конечно, поаккуратнее обращайтесь. Ручки одна в кулачке, вторая с распрямленной ладошкой. У Дёрпи розовая блузочка, тон рукавов и вот этого участка грудки, мне кажется, на камеру может немножко отличаться, но вообще вживую смотрится одинаково. Дело в том, что вот эти детальки сами по себе розовые, а деталь грудки у нас все-таки серенькая, как шея, да, и оранжевым и розовым покрашена сверху. Оранжевый — это у нас верх передничка, насколько я понимаю, здесь у нас нагрудный карманчик и складочки. Сзади на спинке под шеей можно разглядеть даже веревочки, которыми фартучок завязывается за шею. Юбочка, как и во всех Эквестрия Girls Minis, у нас съемная, из более мягкого пластика. Здесь у нас застежечка в форме кнопочки и тоже рельеф бантика, тоже очевидно, которыми фартучек продолжает завязываться, но почему-то не покрашена. Также у нас есть рельеф складочек, очень классный. И спереди прокрашен также передничек, то есть у нас как бы розовое платьице и передник подразумевается. На переднике тоже есть кармашки. Покраска местами, конечно, может хромать, но в целом выполнена аккуратно. Бодик у Дёрпи розовенький, никаких носочков, я так понимаю, здесь не подразумевается, просто продолжение ее серых ножек и туфельки в цвет фарточка. Тут совсем небольшой рельеф на носочке. В основании ботиночков у нас отверстие для подставки, давайте ее установим и поставим. Замечательно, Дёрпи стоит и не падает.
И ее фирменный головной убор «Маффин» с отверстием подушка. Вот оно. Его можно прямо на него одеть. Он у нас сам коричневенький. И вот эти вот ягодки, очевидно, какая-нибудь черничка-голубика, просто покрашены. Хотя они немножко выступают. То есть тоже рельефный, как и бок кекса. Давайте ее сюда наденем. Вот таким образом, без всяких силиконовых резинок, просто за ушко крепится шапочка. Дерби получилась очень очаровательной продавщицей маффинов и булочек, и в следующих видео мы откроем остальных девочек, чтобы составить ей компанию. Подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. Надеюсь, этот ролик был вам интересен и полезен. С вами была Тома. Пока!